Новый способ обмануть системы весогабаритного контроля используют водители большегрузов в Коми, сообщает Усинск онлайн. Они замазывают номера снегом и делают их нечитаемыми для камер. Сигналы о нарушениях уже дошли до республиканской ГИБДД. Там предупреждают, подобная самодеятельность может дорого стоить. Если водителя поймают за руку, ему грозит штраф от 5000 рублей или более жесткое наказание – лишение прав на срок до 3 месяцев. Напомним, 6 пунктов автоматического весогабаритного контроля работают в полную силу больше месяца. Нарушители уже получили первые письма счастья. Причем система фиксирует и нарушения скоростного режима, так что штрафы приходят и водителям легкового транспорта.